Привіт, друзі! Як і анонсував на початку нашої першої години, на початку нашого ефіру, що до нас сьогодні завітає гостя, з якою поговоримо про призначення пенсії за вислугу років. І вже в нашій студії сидить Марія Приходько, відома вже вам людина, з якою спілкуємося не одного разу. Вітаємо вас. Нагадую нашим телеглядачам, бо тим, хто ще не долучився, що Марія Приходько – це головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплат пенсії номер 1 у управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Вітаю вас і ще раз. Ну і, звичайно ж, тему вже назвав, і хотілося б все ж таки дізнатися для початку, я думаю, зрозуміло, хто ж має право отримувати пенсію за вислугу років. Итак, право на пенсию по выслуге лет имеют работники, в первую очередь, образования, здравоохранения и социальной защиты, при наличии, соответственно, специального стажа. Постановлением Кабинета министров Украины от 4 ноября 1993 года под номером 909 утвержден специальный перечень этих организаций, то есть организаций образования, здравоохранения, социальной защиты и, соответственно, этих должностей. Угу. Только согласно этому перечню мы пользуемся для назначения пенсии по выслуге лет. Ще також відомо, що з 1 квітня було внесено зміни. Що за цими оновленими змінами, скажімо так, нового, про ці оновлення можете розповісти? Да, давайте более подробно сейчас расскажу. Итак, с 1 апреля 2015 года, как вы правильно сказали, закон Украины про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины согласно пенсионного обеспечения внесен определенный порядок для пенсии именно по выслуге лет. Что именно касается? Это в основном, конечно же, касается работников образования и здравоохранения. Там всех видов льготных касается. Давайте более подробно сейчас именно на этих остановимся. Угу. По поводу пенсии по выслуге лет, именно образования и здравоохранения, чтобы было людям более подробно понятно. На примере, если, допустим, на сегодняшний момент, если до 1 апреля 2015 года у человека было 25 лет стажа именно по выслуге, и он не воспользовался этим моментом, то дальше, допустим, с отодвижением проходит время, допустим, на сентябрь месяц, но у него уже на март было 25 лет, то есть он уже имеет право по выслуге лет. А вообще с 1 апреля 2015 года на 10 лет, на протяжении 10 лет будет увеличиваться стаж от 25 до 30 лет. Да, вот вы видите сейчас табличку на экране, на которой четко все видно. От 25 до 30 лет на протяжении 10 лет оно идет постепенное увеличение. То есть будет максимальный стаж 30 лет по выслуге лет. То есть наши телезрители могут сейчас как раз это на экране именно увидеть. Итак, далее. Таким образом, вы видите, что вот на сегодняшний день, с 1 апреля 2015 по март 2016, надо 25 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 надо уже будет 26 лет именно выслуги лет. Угу. То есть, таким образом, по выслуге лет идет постепенная шкала. То есть, каждый год увеличение идет на полгода. Угу. Максимально, знову ж таки, поріг, як завжди, 30 років. Тож, дорогі друзі, зараз ви маєте можливість ще раз ознайомитися з цією таблицею, прибігти до свого екрану, подивитися, впізнати, де в якій там рамки входите ви за стажем, де знову ж таки ви. Давайте ще раз напомню, що ті люди, які мали вже 25 років стажа на март 2015 року, то вони зможуть оформитися по старому закону, як воно все і було. Тобто їх не буде касатися нових змінення законодавства. А це касається змінення законодавства іменно тих людей, которые на март 2015 не имели 25 лет выслуги лет. Ще також хотілося б запитати, стаж, про який ми зараз говоримо, це звичайний чи спеціальний? Это стаж именно по выслуге лет. Давайте расскажу более подробно, что в него идет и что туда учитывается. Выслугу лет, часто у нас спрашивают, что идет в выслугу лет. Вот у нас есть понятие отдельно общий стаж, а есть именно понятие выслуга лет. Что идет именно в выслугу лет? В выслугу лет женщинам идет уход за детьми до 3 лет. Но при этом, что туда не идет? Как правило, часто спрашивают, образование идет в выслугу лет? В общий стаж образование идет. В выслугу оно не идет. Такой вот момент. То есть в общем оно считается, в выслугу нет. В выслугу считается уход за детьми, соответственно, рабочий стаж. Еще часто у нас спрашивают тоже такой вот момент. Если, допустим, человек работал вот по специальному стажу, как бы по перечню, как бы, если оно должность попадает, но не по основному месту работы, а по совмещению. Часто у нас спрашивают, пойдет оно в выслугу или нет. Совмещение тоже в выслугу не идет.
Якщо буде, ви кажете, догляд за дитиною 3 роки, а якщо, наприклад, сумісно, наприклад, 2 дитини, а там рік і 2 роки дитині, сумується чи просто Давайте так рахується скажу. як Если, один? допустим, детки рождены с разницей менее 3 лет, то в этой ситуации мы считаем сначала одного ребеночка. Если, допустим, вот родился один ребенок, и через там 2 года рождается еще один ребенок, то мы посчитаем эти женщины до момента рождения ребенка 2 года, и с момента рождения 2-го ребенка еще 3 года. То есть сумма это будет 5 лет, не 6, а 5. Чи можна отримувати пенсію за вислугу років і працювати водночас? Нет, если, допустим, пенсия назначается по выслуге лет, то на момент назначения пенсии человек должен обязательно быть уволенным именно с должности, которая дает право на пенсию по выслуге лет. Если, допустим, он хочет назначить пенсию, допустим, сегодняшнего числа, то он должен быть уволен вчерашним числом. Тобто поєднувати ніяк не Никак нельзя. Еще такой момент давайте расскажу. Если, допустим, человек хочет возобновить, допустим, вот он назначил себе пенсию, там, полгода он не работал и хочет опять устроиться на работу. Он устраивается на работу, приходит тут же в пенсионный фонд, нам об этом сообщает, о том, что он устроился на работу, после чего его пенсия блокируется, и после этого уже пенсия ему не платится. Если, допустим, он опять захотел возобновить себе эту пенсию, то есть это можно делать несколько раз, когда человек желает, пожалуйста, без проблем. То есть он приходит к нам, сообщает о том, что он уволен, допустим, он уволен вчерашним числом, то с сегодняшнего числа он может возобновить себе заново пенсию. А сколько раз можно вот так гратися? Видно, вы закрыли запах? Сколько пожелаете. То есть это не имеет никаких обмежений? Нет. Тому, друзі, грайтеся, можете гратися по максимуму. Ну і, звичайно ж, хотілося б все ж таки запитати про можливість. Так, у нас є дзвіночок. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброе утро. Доброго ранку. Скажіть, пожалуйста, якщо пенсія 949 у многих, ну, в тисячі людей, значить, на яких условиях повишається уровень цієї пенсії? Если говорило правительство, что пенсия будет составлять 1074. Там сейчас изменение законодательства, там есть определенный нюанс. Там инвалидам третьей группы не было повышения. Не было повышения женщинам, которые оформились на пенсию досрочно. И не было категории гражданам, которые... К сожалению, этот вопрос, конечно, не имеет сегодняшнего отношения к этой теме, но давайте все-таки расскажу. С 1 октября 2011 года, которые оформились на пенсию по новому законодательству, этим гражданам надо иметь в первую очередь женщинам 30 лет стажа, мужчинам 35. У которых граждан не было, у женщин 30 лет стажа, у мужчин 35, тем повышение выше, чем 949, к сожалению, не произошло. А еще какие-то условия есть, то, что не повышение? Еще более подробно не скажу, так, это в целом, в общих чертах. Так, ну то ж, якщо залишилося все ж таки ще запитання відкритим для вас, то можете звернутися за адресою, нагадайте адресу ще нашим телеглядачам. Давайте более расскажу, более подробно. Если, допустим, есть вопросы, в первую очередь, еще такой момент, я расскажу, что по желанию, если люди хотят, они могут зарегистрироваться на веб-портале и воспользоваться услугой веб-портал Пенсионного фонда Украины. Чем это удобная система? То, что сидя дома, вы можете зайти спокойно в интернет и задать какие-либо вопросы, во-первых, Пенсионный фонд, посмотреть всю свою зарплату, посмотреть свой размер пенсии, кстати, письменно обратиться с любыми вопросами в Пенсионный фонд, и мы точно так же письменно на них в электронном варианте ответим. То есть это очень удобная система. Это и для пенсионеров, и для молодого поколения удобная система. И для, если, допустим, хотите обратиться, для этого надо прийти в Пенсионный фонд один раз всего лишь, написать нам заявление, прииметь при себе паспорт и код, обратиться по адресу проспект Октябрьский, 55Е, 308 кабинет, третій этаж, или телефончик 58-38-31. Так, ну, звичайно ж, електронний ресурс добре. Я думаю, що молоді люди особливо можуть скористатися цим. Ну, а люди старшого покоління або люди, в яких немає доступу до інтернету, можете особисто звертатися за адресою, яку ви почули. Нагадаємо ще раз, проспект Жовтневий, 55Є, кімната 308, 3-й поверх. Або ж телефон 58-38-31. Тож, дорогі друзі, з'ясовуйте всі проблеми, всі питання. Ну, а ми дякуємо нашій гості, яка сьогодні завітала до нас.
вас до студії. Спілкувалися сьогодні про призначення пенсії за вислугу років. Ну і нагадую, що у нас сьогодні в гостях була Марія Приходько, головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплат пенсії номер 1 управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Дякую вам за те, що завітали, тому що це не остання наша зустріч. Дорогі друзі, якщо у вас виникають запитання по ходу наших розмов, телефонуйте, не соромтеся, ставте питання нашим гостям. Вони як кваліфіковані спеціалісти дадуть вам на них відповіді.